О, кто-то уменьшился в размере. Ты посмотри, как он скин сменил. О, растет, молодец. Один вырос, сейчас вырастет второй. Что они делают, блин? Не, ну реально, просто смотри, это пипец. Компактный человек. Мини-версия, знаешь, Роблокс для очень маленьких детей. Знаешь, таких для младенцев. Для ясли сада. Огород растет, да. До сих пор не вырос. Какого черта, чувак, оживай. Полить надо. Я могу только... О, смотри, он вырос. Смотри, вот я как только сказал, что его пасать можно на него вместо того, чтобы полить. Он сразу осознал, что его ждет в будущем и решил вырасти, чтобы не получить люлей. Понимаешь, я хотел на него пасать. И он такой думает, а я лучше вырасту. А что с ним? По-моему, он как-то плохо вырос. Я, конечно, не знаю, но, по-моему, так передвигаться персонаж не должен. Надо было пасать на него.